это впечатление пока усталость, приятная, так скажем. Ничего, хорошо, всех с победой, команда молодцы, все поработали, хорошо поработали и выиграли. Это сейчас самый главный результат игры, потому что одна за одной идут, надо выигрывать, нельзя отставать от группы лидеров. Так что играем, всех с победой еще раз. Ну как после победы, положительная, после, дай бог, восстановимся быстрее после положительных эмоций. Думаю, это всем на пользу будет.